Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LifeUp. Поехали! И для этого нам потребуется флешка, будь то USB, либо microSD, как у меня. Размер флешки минимум 4 гигабайта. У меня флешка на 8 гигабайт. Почему именно такая флешка, об этом чуть позже. По времени это займет у вас минут 20, поэтому давайте сразу же приступим. Вставляем флешку в переходник и подключаем в картридер ноутбука. Закрываем окно автозапуска. Для создания загрузочной флешки нам понадобится программа UltraISO, установленная на ваш компьютер, а также сам образ операционной системы Windows 10. Открываем программу UltraISO. Открывается главное окно программы. Переходим во вкладку «Файл», «Открыть» и ищем наш файл образа диска. Он у нас находится на рабочем столе в папке Windows 10. Открываем нашу папку и тыкаем на файл. И в главном окне у нас загрузились файлы образа диска. Теперь жмем «Самозагрузка», «Записать образ диска». Высвечивается окно записи. Здесь выбираем нашу флешку. Больше ничего не трогаем. И жмем «Форматировать». Восстанавливаем параметры форматирования по умолчанию. Жмем «Начать». Соглашаемся со всеми предупреждениями. Процесс форматирования займет пару секунд. Жмем «Ок» и закрываем окно форматирования. Жмем «Запись», соглашаемся, и процесс записи у нас пошел. Займет в среднем 13-15 минут. Теперь, пока есть время, немного расскажу, почему я выбрал флешку именно на 8 гигабайт. Это такого рода универсальная флешка, куда после записи мы можем закинуть нужные нам драйвера, программы, активатор и прочее, чтобы нам при первом запуске сразу же установить все необходимое. Запись завершена, о чем свидетельствует последнее сообщение в окне записи флешки. Закрываем окно записи и программу UltraISO также можем закрыть. Теперь откроем нашу флешку и посмотрим наши записанные файлы. Вот у нас все записано здесь. Посмотрим, сколько свободного места осталось на флешке. Операционная система заняла у нас 3,9 гига, 3,54 еще свободно. Поэтому первым делом, что можно сюда закинуть, это, конечно же, активатор. Куда же мы без него? Мало кому хочется платить за покупку винды. Также сразу же закинем набор драйверов. Я остановился на драйвер пак. Это набор онлайн драйверов, а также офлайн драйвера для сетевой карты, так как после переустановки винды у нас не будет доступа в интернет. Ну и набор программ. Каждый, я думаю, остановится на своем варианте. Я закинул сюда так для примера. Все, что, в принципе, мне необходимо, чем я в первую очередь пользуюсь. Ну, на этом пока все. Посмотрим оставшийся объем памяти. Еще 2,7 гигабайта. Можно подумать и еще что-то поднакидать. Закрываем окно и извлекаем нашу флешку. Достаем бокс от флешки, клеим туда скотч и пишем незамысловатое название. И убираем до лучших времен. Друзья, надеюсь, вам пригодится это видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.